Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики нашего канала «Кос Казахстан». Я Таипов Руслан Турсунович, член общества слепых. В прошлом работал директором на учебном производственном предприятии «Казахское общество слепых». Последнее место работы – это Караганда. Хочу вам заявить о той ситуации, которая прошла на Карагандинском учебном производственном предприятии на прошлой неделе. Но дальше хочу вам пояснить, почему я вам об этом напоминаю, о своей работе. Я работал на учебном производственном предприятии Карагандинском ППКОСе и уж покинул его 5 марта. Был приказом центрального управления назначен 27 января. Я еще раз говорю, я столкнулся со многими проблемами. Наурызбаеву в письменном виде это все как положено уставу, о том, что там не сохраняется имущество членов общества нашего. То есть разграблено было, да, там вывезено на металл и так далее. Об этом я сообщал. 80 миллионов без каких-то основных документов, без назначения были переведены на ИП Ашенов. Вот. И сейчас такая ситуация, молодая сотрудница обратилась ко мне, я ее не знаю, принимал на работу ее Примжанов. Принимал на работу, вот, вы сейчас посмотрите, послушайте, каким образом законные деньги, которые она должна заработать, получать, она одна сотрудница, я это сам знаю, да, там, когда я пришел, то все разбежались, я один был. То есть она выполняет работу кадровика, отдела кадров и офис-менеджера. Понимаете? За двоих работает. И вот просит, как бы, штатное расписание они 1 апреля утвердил, Примжанов. Вот, и он вот, сейчас вы послушайте, каким образом, вот какие люди, да, работают у Наурызбаева заместителя. 1-4 гуся, 4 миллиона, говорит, да, я там Наурызбаеву позвоню, передам ему, и все решится. Ну, Наурызбаев говорит, это не факты, пускай не факты приводят. Вот сейчас вот факт, послушайте. Вот я говорю, зарад мне клиенты не нашли мне. Пригласили за вас, зарад опардам сдел. А, зарад мне Алексей опардам. Ну, вот сжахан. Айдуарат, тасса, жахан, барам, жахан, 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 осы жағын қиқытты жүрді. Наверді, аты қаталды кесесе. Аты бекті. Сосын. Оған. Оған дейін. Жолы бойды қасында кафесі бар, екі дәрежеде. Бұл алысқа? Беріп дейсі ба? Ай, жарайды ба? Тихо. Дамаш бұл беріп дейін? Жоқ. Ну, туристы дал вас, он сейчас взял за дело. Это гостиница? Да, да. А со скалой вырос? Я и тому не вырос, уром за вырос. Волком? Я волком, а косы начали, дорогие нас начали. Да? Осы сен демейді ғой? Осы сен көрмейді ғой? Тәңірден келдіңіз, ақша берген, осы гостиница бар не қылды. Еліме сазы тәңірден біліп келіп, осы бір екілі бай, орын барын келді. Е? Да? Комната төліп кетем. Сен келіп келетіп айдым келсе, сағыш келдім. Е? Сосын артынша бір сағаттан кейін барамыз. Бір сағаттан кейін? Бір сағаттан кейін, сен кіргеннен кейін, сен бар. Жұбарын тұрмаған
Айтасың ба? Сөйлесе мен арты шығарды, білем ба? А вдруг ваш жена узнает? Иди бар ғой. А это? А? Это. Сол зарплатаны 120-ға көтересіз, да? Көші кесті, да, я. Сөйлесе ма? Бүгін не қыламыз? Не қыламыз? Жарты? Талғат Аканович, получается вот так вот. Я работаю офис-менеджером, еще исполняю обязанности отдела кадров, и которые мне по штатному расписанию положена доплата. Вы ее мне платить не хотите, только через гостиницу поднять зарплату. Вы, во-первых, нарушаете трудовое законодательство, во-вторых, вы превышаете свои должностные полномочия. Синакладно, что мы где-то вызвали? Да, но по штатному расписанию идет доплата за ведение отдела кадров 30 тысяч. Жок, алдым сағалдыранда саған айттым, отдел кадрымен дело производственно жүзім деп айттым. Нет, вы сказали, офис-менеджер 100 тысяч. Потом сказали, доплату попозже да, будете да, платить, да, потому что у да, меня нет да, опыта работы отдела кадров. Доплату, да, я же собираюсь, общая оплата 100 тысяч девять. Но это вы только да, сейчас исправили, до этого было не так. 100 тысяч было. До этого... Кисим Александрович, 110 такой поддержался, 110 месяцев тебе надо. А какие директор поспешил, поспешил? Все, я могу бы идти. Кайка. Гостиница ғана? Жоқ, Талғат Аканович, мен бармаймын гостиница. Айтып ойлан дұрыс ештеп. Мен ойландым, мен бармаймын. Қорқасың ба не? Мен қорықпаймын. Просто мне это не надо. Хорошо. Болды ма, бара берейін ба? Вот, посмотрев, я даже не знаю, что добавить им, как говорится, они делают, а мне стыдно. А мне стыдно. Вот. Господин Наурызбаев, еще раз вам обращаюсь. Вот, вы, с вами невозможно разговаривать. Вы затыкаете, болтуном меня обзываете, там, публикуете настоящее лицо там, Таипова и так далее. Я вот так хочу сказать. Когда ваши замы что-то делают, непосредственно вы ответственность об этом несете. Если у вас есть какая-то мораль, но я хотя как бы почему-то не думаю, что она есть. Вот. Вы должны подать в отставку и правильных руководителей, правильную конференцию, правильный съезд провести, а не в спутнике прятаться, где связи не ловит, где вы в автобусе запускаете своих, как говорится, сторонников, которым вы, наверное, платите хорошо отдельным. И они проверяют, чтобы не проехали мы, наши люди, которые хотят, правильные люди, которые хотят справедливости. Вот. И в заключение, уважаемые члены нашего общества, делайте выводы. Делайте выводы. И задумайтесь. Мы должны меняться. И также всем хочу, всем нашим регионам, присылайте факты. Мы покажем, мы об этом расскажем. По факту. Всего доброго. Всем удачи. То, что заявил Таипов от начала до конца, было неправдой.